Привіт всім, хто молодий душею. Сьогодні ми поринемо з вами у світ музики. Як завжди, програма «Чим живеш, молодь» повідає про цікаві події життя слов'янських талантів. Цього разу героями випуску став гурт «Смолова галерея». Отже, рушаємо. Рок-гурт зі Слов'янська без чітких стилістичних рамок. Поп-рок з ґрунтовними заїздами в панк, хард, фанк і тому подібне. Так себе характеризують учасники гурту «Смолова галерея». Простіше сказати, в яких стилях вони не експериментували, ніж перерахувати список музичних напрямів, в яких вони вже плавали. Саме для цих талановитих людей вересень і жовтень 2015 року стали надзвичайно багатими на події. 3 жовтня свій день народження відсвяткував метроном колективу Серега. 9 жовтня один з музикантів групи Данило примудрився прогулятися до РАЦУ та стати чоловіком. 27 вересня хлопці взяли перше місце в номінації «Рок» на фестивалі «Слав Стрімфест». А ось 20 вересня Смолова галерея підкорила журі 14 того всеукраїнського фестивалю сучасної української музики «Червона рута». Для слов'янських музикантів, які вже 3 роки наполегливо обробляють музичну ниву, поїздка в Маріуполь стала значущою подією. Впевнене і потужне звучання команди явно залишало позаду конкурентів. Смолова галерея стала відкриттям фестивалю і зачепила глядачів. Хто ж вони? Ці доморощені вихованці імпровізованих студій. Звідки з'явилися і чим живуть? Відповідаємо. З'явилися 3 роки тому. З тих пір міняли стилі, склад, тексти і мелодії, за рахунок чого і росли самі. Молодший – 17, старшому – 28. Один айтішнік, один студент, один психолог і випускниця. Кожен вносить в гурт свій досвід і знання. Результат виходить прецікавий. Якщо говорити о моїх перших піснях до групи, то це дійсно стихи спочатку були. Потім я взяв у руки гітару і думав, ух ти, треба ж положити тепер на музику. Тут уже и поперло. А если говорить о первых песнях в группе, ну тут уже просто взяли какие-то песни, которые были уже положены на гитару и решили, а давайте сделаем аранжировки. О, ух тышка. И дальше там уже погнало, там басист что-то, а давай вот здесь это сделаем, а давай здесь что-то. Ну как-то так создавалась Смолова галерея. Как-то выкристаллизовывался звук первой Смоловой галереи. Коллектив менялся уже 1000 раз. Собственно, с самого начала остался только я. Логично предположить, что Смолова галерея, потому что Смоляков, да? Ну да, потому что я Смол. Какая музыка первая была в самом начале? Ты, которую сейчас играю. Новые песни пишутся, немного стиль меняется. Но, собственно, некоторые песни из самых первых, которые разбирались, которые делались, в репертуаре остались. Та же самая, допустим, «Стихи для тебя». Сколько сейчас песен в репертуаре? Ой, сложно сказать. То есть на сольную программу, в принципе, хватает. То есть песен на самом деле много. У меня написанных целый вагон. То есть их только разбирать успеваю. Кто их пишет? Кто их создает? В основном я. То есть все, и слова, и музыка, все вместе? Ну, музыку мы потом вместе дорабатываем, в общем-то, коллективом. И ну, музыку, ну что, басист вносит свои, собственно, басовые рифы. Собственно, вот Богдан уже в новой песне, допустим, «Предметы из резины», которые мы играли вот на «Слав Стримфест», он добавил как раз свой басовый риф на куплеты. В общем, это его творчество уже. То есть на какие-то обыгрыши басовые, на припевы. Он добавлял, говорится, свои фишки. При этом Богдан сейчас скромно сидит и молчит. Для тебя участие в Смоловой галерее чем стало? Во-первых, это было очень большим прыжком вперед в плане, так сказать, техники, игры для меня было изначально. То есть я когда и попал, то есть, чтобы ну, немного, так сказать, понатаскаться. Для тебя появление Смоловой галереи с чем связано? Откуда? Был один общий друг, который общался вот с коллективом Смоловой галереи. Я их еще не знала. И он сказал, что порекомендовал меня, как бы, что я играю на клавишах. И вот, собственно, мне сделали такой мини-кастинг, и я попала в группу. Я играю на клавишах. Это обозначает, в свое время занималась в музыкальной школе, а дальше уже все пошло как творчество? Или изначально были клавиши дома и вот...
Ни в коем случае. У нас все клавишницы, кто заканчивает, все люди, которые заканчивают музыкальную школу, как правило, они, да, они больше не играют на музыкальных инструментах совершенно. Или играют на том уровне, на котором у них принимали экзамен выпускной, и все. Дальше они почему-то не развиваются. Поэтому у нас из всей группы никто, слава богу, не закончил музыкальную школу. Некоторые даже не начинали учиться. Поэтому это плюс. То, что в силу своего возраста вносит. Ну, понятно, тексты тут. Кто за что отвечает? Кто-то за эмоции, да, за энергию какую-то драйвовую, кто-то за выдержанность, наверное, и своевременную собранность во время каких-то концертов. Нет? Абсолютно. Или самый старший, наоборот, самый разбитной? Пунктуальность – это не мой конек совершенно. Скажем так, синкопы и неровности – вот это мой конек. Самое оно. Да. Розбитний характер і високий ступінь індивідуальності дозволили Смоловій галереї не тільки яскраво проявити себе в житті, але й стати пам'ятною подією фестивалю «Червона рута». Загалом фестиваль став винятковою подією за кількох причин. По-перше, до цього фестиваль проходив тільки в обласних центрах, а останнім часом частіше в Києві. А по-друге, важко було уявити, що «Червона рута» – символ української національної культури – пройде в місті, в якому складно було ще кілька місяців тому говорити про українську культуру. Цей фестиваль відкритий для будь-якої музики – як для ванільної попси, так і для брутального металу, як для народної, так і для експериментальної музики. Лауреатами та дипломантами фестивалю в різні часи були брати Гадюкини, ТНМК, ВВ, Олександр Пономарьов, Гайдамаки, Пікардійська терція. Перелічувати можна довго. Тепер тут засвітились і слов'янці Смолова галерея. І у них емоції від поїздки вище даху. На «Червону руту» ми спочатку їздили в Харків на відборочний тур. Это было еще старым составом, когда у нас была другая клавишница и был другой басист. В итоге на финал мы уже попали уже новым составом практически. Остался только я с Эдиком из стариков. Эдик вообще пенсионер, а я так чуть-чуть помоложе, но тоже стар. Суперстар. В общем, суть в чем? Брутальные были группы, прям звери, да, практически. Из коллективов изначально в финал прошло 30 команд со всей Украины. 28 или 26, это Эдик подсказывает. Команд со всей Украины, потом финал, после финала на гала-концерт перешло уже там порядка 10 групп, по-моему. В том числе и мы. Значит, эмоций было, конечно, много. Это было 2 дня. Мы туда ехали полночи через блокпосты, объезжали кругом полями, лесами и все такое. Всю ночь веселились, пока туда ехали. Потом весь день веселились, играли. После этого еще ночь веселились, репетировали на гала-концерт. И уже после гала-концерта еще ночь веселились, когда ехали домой. Да, Настя? Да. Настя особенно веселилась. Она обычно скромная, но там именно на «Червоной руте» ее немножко, скажем так, понесло, да. То есть для нее это был, я думаю, особо впечатляющий момент. Было очень необычно видеть такую большую сцену, много людей, зрителей, которые по-своему тоже как бы реагировали на разную музыку, много очень интересных коллективов, именно таких сильных, которые действительно были на высоком уровне. Смолова галерея – це унікальний симбіоз самовпевненості і самокопання. Деякі пісні народжуються за хвилини, а над деякими весь склад Копітко працює декілька місяців. Їхні плани реальні, але мрії відлітають далеко за обрій. Отже, щодня працюють, але готові грати навіть для мешканців планети Венера. Втім, зараз головне – перемагати і не стояти на місці. А там, дивись, і всесвіт зацікавиться талановитим колективом з периферійного міста, де народжуються унікальні особистості. Какие у вас планы, ребята? Ну, фестиваль «Червона рута», в принципе, по-своему порвали. Сейчас вот «Славстримфест», в «Галку» вы вошли. Вошли удачно. Что у вас дальше в планах? Дальше, ну, план на покорение мира. Скромно и со вкусом. Да. На чем будет основано покорение мира? На каких-то новых, не знаю, ну понятно, что песнях, поиски продюсера, что? Возможно. Или поиски продюсером нас. Хочется продолжать также качать, получать от этого кайф, обмениваться этой бешеной энергией с публикой. Вот за последние 4 месяца, вот с лета, как мы играем этим составом, очень много выступлений, очень много открытых площадок. Там, на самом деле, очень много материала нового, и, скажем так, новый материал уже будет совершенно другой. То есть
поскольку люди собрались разные, то и материал собирается уже совершенно разной плановый, скажем так. То есть есть всякие фанковые вещи, есть такие больше уже более молодежные, ближе к рэпу вообще, может быть, даже вот это из рэпа, может, напишем специально для рэперов. Я думаю, планы у нас большие, то есть для начала Украина, а далее уже на международный уровень, я думаю. Марс и Питер. А Эрик уже дальше, я думаю, Марс и Питер, Венера. Да. Зеленые ушастые человечки просто должны. Да, сейчас мы готовим трек специально для населения Венеры. Вот, у нас целевая аудитория венерианцы. Вот. Ничего не имеем в виду венерического, именно Венера. Вот. Собственно, вот, мы двигаемся туда, в честь тебя. Я попал в избук бабьей ёшки, испугался её я немножко. Но моя дорога меня не торопила, а бабка мне отменную баньку истопила. И сказала, что отдых мне нужен, пригласила остаться на ужин. И спать уложила, меня закружила, баба яга меня приворожила. Бабка, ёшка, избушка на курьих ножках. Бабка, ёшка, интимная прическа. Бабка, ёшка, старая игривая кошка. Бабка, ёшка, бабка, ёшка. Славянск! И старинной ветхой избушке ублажать приходилось старушку. Может, мне это все вовсе приснилось, но баба-яга хорошо сохранилась. Но старческий маразм этой силы она полезть меня в печь пригласила. Убедил ее еле-еле, что горячее со мною в постели. Бабка, ёшка, избушка на курьих ножках. Бабка, ёшка, интимная прическа рожки. Бабка, ёшка, старая игривая кошка. Бабка, ёшка, бабка, ёшка, отпусти меня, отпусти меня, мне пора уходить, прости. В мире очень много сложных вещей. Отпусти. Бабка, ёшка, отпусти меня понарошку. Бабка, ёшка, ну пожалей меня хоть немножко. Ну пожалей меня хоть немножко. Бабка, ёшка, избушка на курице вместе. Бабка, ёшка, интимная прическа рожки. Бабка, ёшка, старая игривая кошка. Бабка, ёшка, бабка, ёшка. Я не вижу ваших рук. Группа Смолова галерея! Ваши аплодисменты!
А зараз вирушаємо у світ рубрики «Цей день в історії» і дізнаємось, хто народився 13 жовтня та поставив світ на вуха своїм талантом. До речі, слухайте уважно, адже відповідь на запитання у фіналі рубрики принесе вам подарункові білети у кінотеатр «Сапфір». Девід Деран Хей, відомий і титулований англійський боксер, народився саме 13 жовтня. 35-річний Хей є чемпіоном світу у важкій вазі за версією ВІБА, екс-чемпіон світу у першій важкій вазі – версії VBC, VBA, VBO і може похвалитись великим списком перемог. В якості професійного боксера Девід провів 26 поєдинків, з яких 25 перемог. Чимало перемог випало і на долю іншої героїні рубрики «Залізної леді» прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер. Ця неперевершена жінка також народилась 13 жовтня, але в 1925 році. 3 роки їй не вистачило, щоб відсвяткувати 90-річний ювілей, але за своє життя вона встигла настільки багато, що її ім'я буде жити у віках. Ніколи Тетчер не згортала зі шляху і не дозволяла панікерам з її гарячковими зусиллями заважати їй відроджувати Англію як велику націю. Історію цієї жінки чудово відіграла Меріл Стріп у фільмі «Залізна леді». Його ви з легкістю можете знайти на просторах інтернету. А от щоб побачити фільми «Пітер Пен» або «Марсіанін», нічого шукати в інтернеті не треба. Потрібно лише відповісти на запитання, в якому році народилась Маргарет Тетчер. Перший, хто дасть правильну відповідь за номером, вказаним на екрані, отримає квитки у кінотеатр «Сапфір». Так що чекаємо дзвінків. А поки прощаємось до наступного тижня. Головне, пам'ятайте, молодість – це не вік, а стан душі. Залишайтесь завжди молодими.